Йошкар-Оле растет число улиц, дорожное покрытие которых приведено в состояние, соответствующее нормативам. Так, на данный момент ямочно или картами отремонтированы Ленинский проспект, Первомайская, Вашская, Успенская, Советская, Пушкина, Машиностроителей, от Зарубина до Водопроводной. Сегодня работы проводились на перекрестке улиц Волкова и Льва Толстого. На данный момент на улице города уложено порядка 5000 тонн асфальтобетонной смеси. В городе работают 5 бригад, укомплектованных для проведения работ горячими асфальтобетонными смесями. Ведутся работы на улицах Волкова, улице Баумана и улице Карла Маркса. О планах проведения ремонтных работ можно уточнить на официальном сайте администрации города Йошкар-Олы. По графику, который представлен на официальном сайте столичной мэрии, в ближайшей перспективе дорожно-ремонтные бригады переместятся на улицу Прохорова и на Сернурский тракт, на участок от улицы Водопроводной.